что как бы свобода и необходимость — это противоположности. Да. Но настоящая как бы свобода, у него что есть такая? Осознанная необходимость. Да. То есть свобода и необходимость как бы связаны в тотальность. Да. Они не противоречат друг другу. Понятие. Да, не в тотальности. Свобода есть осознанная необходимость с точки зрения тотальности. С точки зрения рассудочной логики, свобода — это свобода, необходимость — это необходимость. С точки зрения, у тебя есть некоторое понятие, у которого есть различные аспекты. Аспекты... Не, рассудочной логики что делает? Свобода и необходимость. Правильно, вот ты про аспекты. Но они противоположны. Про аспекты — это как раз рассудок он делает. Рассудок что делает? Он раскладывает, как бы, он говорит в одном отношении, в другом отношении. Он все разбивает, у него есть сетка понятий. Он все разбивает по сетке понятий. Берет, например, сетку категорий и рассматривает объект согласно этой сетке категории, выписывает, что и как. Понимаешь, у него постоянно есть вот это вот различие. А с точки зрения тотальности, нету такого отдельного рассмотрения вопроса, одностороннего. А все объединено. Почему оно объединено? Не потому, что мы хотим это объединить, взять все в кучу и сгрести. А потому, что мышление есть тотальность. Ну, и хочешь, чем не хочешь, оно уже объединено. Это все объединено уже по факту. Скорпускулярно-волновым дуализмом опять. Теперь скорпускулярно-волновым дуализмом. Хороший вопрос. Противоречие... Хорошо, я понимаю. Противоречие корпускулярно-дуализма. Есть противоречие либо природы, либо мышления. Правильно? Другого же не дано? Тут нет противоречия. Как это так? Подожди. Момент. Как это так? Противоречие нет. Подожди. Корпускулярно-волновым у тебя есть противоречие в понятии между корпускулой, то есть частицей, и волной. Нет, как понятие? Есть противоречие, противоречие понятий. По понедельникам она корпускула, а по вторникам... Нет, это в опыте она, так. В опыте так. Она так. Ну и в понятии точно нет, так. Давай так еще раз. В рассудке корпускула и волна различаются. Да, ну есть. Правильно? Подожди. Но в опыте эти корпускулы проявляют себе как волна, но а волна... Есть понятие квантовой частицы. Квантовая частица, она проявляет себя только как корпускула, как волна. Как и свобода, так и необходимость. Свобода себя проявляет как свобода, собственно, осознанная необходимость. Рассудки себя как свобода, так и необходимость. Ну, да? Одна та же частица, которая называется квантовая, она разделяется. В одном проявляется как корпускул, в другом как волна. Да, конечно. Так а в чем противоречие? Противоречия нет. Между корпускулом и волной. Нет, а эти противоречия есть отдельно в каждое как понятие. Есть одно понятие, есть другое. Ну. Они друг другу противоречивы. Но в реальности они не противоречат друг другу. Они проявляются в реальности. Еще раз, я и хотел сказать. Это противоречие, еще раз, давайте все-таки поставим правильный вопрос. Противоречие это противоречие реальности, то есть противоречие эксперимента, да, и вот то, что называется противоречие природы. Или это противоречит у нас в мышлении, в знании. Вот у нас есть, выработали в знании понятие корпускулы и волны. Мы долго думали, что это разные вещи. И вдруг раз, оказалось, что это вещи пересекающиеся. Это противоречие в мышлении или это противоречие самой реальности, самой природы? Вот что важно выяснить. О чем я и говорю. Вот ты нам теперь скажи, вот я поворачиваю на тебя. Я могу сказать, что мышление и природа здесь не отличаются ничего, не совсем. Правильно. Вот поэтому у тебя, согласно Гегелю. Поэтому у тебя это противоречие, оно как бы реальное просто противоречие понятия. Природы. И природы. И природы тоже. То есть природа противоречит сама себе. Хороший вывод. Ну, так вот, если... Ну, само понятие, да. Само понятие. Не, подожди. Природа. Забудь про понятие. Если у нас есть тождество мышления и бытия, это означает, что если у нас понятие... Природа противоречит самой себе, да. Ну здорово, что? Я что-нибудь могу поздравить, руку пожать тебе. А в чем проблема-то? Да, проблема, ну. Это означает, что ты есть, и тебя нет. Ну помнишь про кошку Шреддингера? Очень здорово. Она одновременно наполовину мертва, наполовину жива. Шреддингер это угол, пока. Не, подожди. Ну это же. Вот ты почему-то думаешь, что если мы говорим про корпускулярно-волновой дуализм, то это уместно. А про кошку Шреддингера, что это неуместно, что ли? Ну, противоречие. Не, подожди. Я согласен с тем, что интерпретация пускай. Кот Шреддингера — это известный парадокс, а корпускулярно-волновой дуализм — это обстояние дел. Ты разницу между этим видишь? Не, подожди. Я разницу между этим вижу. Но в каком-то смысле, допустим, мы не понимаем, мы не знаем, допустим, что. Типа, верно ли это представление о кошке, которая должна быть в двух состояниях, да, одновременно и мертвой, и живой, да? Как бы что. Сам факт состоит. Я понимаю, что это макрообъект, что так рассуждать нельзя. Я же тоже физик, это все понятно. Вопрос же не в этом состоит. Но можно же было бы здесь тоже бы поставить вопрос. Противоречие здесь противоречие мышления или реальности? Или самой природы? Ну, это повторяюсь. Не, подожди. Но это ты... парадокс состоит, а корпускулярно-волновой дуализм — это обстояние... Не, еще я понял тебя. Но вот ведь
допустим, ты скажешь, этот парадокс является не пара, то есть этот противоречие не является противоречием самой природы. Почему? Потому что то, что говорится, то, что является ошибкой мышления. Ты бы мог объяснить, почему? Потому что нельзя рассматривать как бы макроскопические объекты, состояние микросистемы и так далее. Правильно? Ты мог бы это объяснить. Угу. И получилось бы так, что природа осталась не противоречивой, а противоречие как бы повисло в самом мышлении. Да. А почему ты думаешь, на самом деле, что корпускулярно-волновом дуализме не та же самая история? Объясни. Почему? Почему у тебя почему-то одно обстояние дел, как оно есть, а другое является просто ошибкой этой интерпретации? Вот мне вот это интересно. Почему нельзя здесь тоже в корпускулярно-волновом дуализме допустить, что дело состоит в том, что просто наше мышление, которое вот в этих понятиях аминокорпускулы и волны, оно почему-то настаивает на их раздельности, когда на самом деле мы должны бы были создать некий новый концепт корпускула-волну, который проявляет себе всякие противоречия. И противоречия нет. И создали. Противоречие снялось. Так нет, опять-таки, но оно же существует, оно как в гегелевском смысле. Нет, это новое понятие. Новое понятие, никто не отрицает этого. Я тебе говорю, что новое понятие. Но в Гегеле из бытия и ничто тоже образуется новое понятие. Из бытия и ничто. Вот в этом и суть спекулятивного движения. Поэтому говорить, что Гегель что-то там опять недопонял, нельзя. Я не говорю, что Гегель недопонял. Я говорю, что... Вот тебе пример спекулятивного движения как раз. Я для тебя этот корпускулярно-волновой дуализм и притащил сюда. Нет, это хорошо. Мы хотим понять, где здесь противоречие в мышлении и в практике. Ну просто у тебя есть некое понятие, которое описывает тебе действительность, то есть сама так, действительность. Вот она такая такая. Кем было создано мышление? Точно так же и у Гегеля. У тебя точно есть как противоречие между ничто и бытием, как бы, есть определенного рода противоречие. Но из этого делается некоторое новое понятие, которое называется наличное бытие. Нет, у него нет противоречия между ничто и бытием. Ну как, ничто есть бытие, противоречия нет. Ну, оно... В чем противоречие? А, кстати, вот ты вот правильно говоришь. Давай так теперь все-таки будь последовательнее, потому что ничто это отрицание определенности. Ну точно так же между... А нет противоречия. Нет, точно так же у тебя и нет противоречия между корпускулярным и волновым дуализмом. Вот. Ровно в этом смысле, как и между бытием и ничто. Правильно. Да. И значит, получается, что нет противоречия, нету в реальности. Природа не противоречива. То есть у тебя любое спекулятивное мышление, такое движение... Да дело же в том, что если нет противоречия, то и нет никакого нового спекулятивного мышления. Если обыкновенный рассудок... Видите, о чем разговор-то шел? Что рассудок настаивает на непротиворечивость, его принцип стоит на непротиворечивость. Значит, спекулятивного мышления нет? Ну, так понятия как таковые... Ты же должен инкорпорировать противоречие. Где оно? Где противоречие? Сам ты сейчас говоришь, что выяснилось, что его нет. Оно начинается в сомнении. Когда ты вопрос задаешь о чем-нибудь, оно появляется. Правильно. А потом? А потом вдруг, благодаря исследованию, ты понимаешь, что это было только первоначальное. Дело не в этом. Ты с чего начал? Ты начал с того, что есть А и не А. И когда мы говорим о не А, мы приходим к противоречию и тем самым доказываем А. Так? Да, а потом обратно. Сам непротиворечивость и все остальное. А потом, не, а потом обратно. А теперь есть такие понятия, как, например, двойное отрицание. Является ли оно реально, ну, является ли оно в точности А? Не А, это А. Вот если не А, это нечто третье, а это и есть сомнение, тогда все по-другому рассматривать. Вообще, то есть по-другому. Ну, это ты... Вот это идет к спекулятивному логике и... Я понимаю, ты... Да. Ты забрел на... Это о сомнениях. Что двойное есть такое, это логика такая, где двойное отрицание не является возвратом как бы к этому... утверждению. Да, двойное отрицание и это, то есть два отрицания А не равно А. Есть такая логика, я согласен. И может быть она даже имеет право на существование, мы просто сейчас не об этом говорим. Все понятно. Я как бы говорю сейчас каких-то простых категорий, потому что для ИСИ мы еще одновременно будем как бы и с логикой, и с содержанием разбираться. Необходимости. Опять, необходимости свободы не являются отрицанием друг друга. Правильно. Организма. Вот это ты хорошо сказал. Согласен. Mm-hmm. Потому что это правильно. И у Гегеля везде. Хочешь сказать, что все-таки у Гегеля, что спекулятивная логика, это не логика, которую инкорпорировал противоречие. Не такая логика. Ну это не в том смысле, как. Не в том смысле, что А и не А. Конечно, нет. Ну если это так, то она и есть рассудочная логика. Ну обыкновенная рассудочная логика точно такая же ведь. Да, точно такая. Ну вообще-то зачем придумать какое-то новое слово для той логики, которая и так имеет уже слова?
Ну тут не появляется же какой-то некий круг, как бы человек придумывает это для бесконечного мышления некое новое слово. Потом выясняется, что содержание этого мышления точно такое же, как и рассудочное. Ты рассказываешь про бесконечное мышление, это ты нам рассказываешь. Не, ну я использую термины Гегеля. Давай, ладно, говори. Про разум. У тебя точно, точно так же. У тебя получается, вот здесь ты с этим делом работаешь, и нормально. Да не все на... я с тобой полностью согласен. У Канта не возникает здесь противоречия, пока он не начинает вот эти самые неприятные свои вещи там мыслить. Бесконечные, опять же. Да, бесконечные. Только они безусловные у него называются. У него безусловно. Давайте так вот запомню термин. Потому что бесконечный это термин Гегеля, а безусловный это термин Канта. Да, ну вот безусловно, все свои, все эти неприятные вещи, пока он начинает мыслить. То у него тоже бы особых проблем нету. Кстати, очень интересно, что все это происходит, когда ты мыслишь о ничто, о бесконечном и так далее. Да. Но не именно не о ничто. Ничто нормальная штука, она очень даже конечна. Не, просто интересно, Игорь, получается. Да. Мне вот любопытен вывод. Если как бы и тебе верить, да? Ну. Получается так, что спекулятивная логика это не какая-нибудь там хитрая логика, которая внутри себя и противоречие инкорпорировала, да? Да. А это просто обыкновенная рассудочная логика, ну как бы с неким добавлением, да, но не добавлением противоречия, а неким как бы, ну я не знаю. Это... логика, которая настаивает на рассмотрении одновременно всех противоположностей, но не противоречия. Да, да, да. Например, свобода и необходимость, это ведь не противоречивые понятия, действительно, они только противоположные. Спекулятивная логика это конструктивная логика, по сути. Они контрарные понятия, не контрадикторные. Это конструктивная логика, да, получается? Да, у тебя получается конструктивная логика. Нормальная, а конструктивная. Да, да. Позволяет из двух противоположных вещей... Не противоположных, ну, противоположных в смысле контрарности, да, то есть не противоречия. Контрастности, в смысле контрарности. И контрарность, а есть контрадикторность. Контрадикторность, значит, противоречивость, значит, отрицание одного является... Контрадикторность ты не будешь использовать, потому что, во-первых, там две буквы «Р». Что неприятно. Не, просто я согласен с тем, что если спекулятивную логику понимать в твоем смысле, как некую развитую рассудочную логику, в которую, допустим, добавлено это скептицизм, да, в виде диалектики, добавлено рассматривание всех вопросов с позиции сразу не одного какого-то понятия, а сразу всех понятий, да, вот, например, как тотальность. Ну, это да. Но я берется сразу вся сетка понятий. Хочу сказать, что все тогда знают, я с полной логикой полностью Декарта, согласен. Да? Рене Декарт, кавалер Пиран. Кто я такой? Рене Декарт, это его полное имя. Кавалер? Кавалер Пиран. И что? Ничего. Перрон назвали основатель скептицизма. Это к чему? Перрон. Перрон, да. Кавалер Перрон, да. Кавалер Перрон. Назвали так основатель скептицизма. Странно, это как-то. А почему так интересно? Ну, скорее всего, это был один и тот же самый человек. Ну, это уже, знаешь... Нет, это я почему... Я понимаю. Это имеет какое отношение к этому рассуждению? Это имеет отношение к тому, что тогда под скептиком понимается, грубо говоря, просто Декарт. Ну если под скептиком не понимается Декарт, тогда твои начальные возражения по поводу Паримениды тоже оказываются верны. Потому что и тогда не существует какого-то особенного там философии античности, да, и тогда вся философия является единственной философией, а именно субъективной. Ну, и никакой объективной философии, как я попросил, ну, нет. Ну, может быть, почему? И мне бы тоже понравилось, почему нет? И у тебя, может быть, и объективная философия существует. Почему нет-то? Почему нет? Может быть, Перрон это одно, а Парменид это другое. Не, ну если же взять... Что Перрон, по твоему любимому выражению, это попытка инкорпорировать Декарта на стан греческой философии.